Всем привет! Я нахожусь в Ирландии, город Корк, на улице Так Перри Роуд, возле европейской штаб-квартиры самой известной компании в мире, компании Apple. В прошлом году исполнилось ровно 40 лет с момента открытия здесь линии по производству компьютеров. Тогда здесь работало только 60 человек. В данный момент здесь работает 6000 людей из 90 разных стран мира. Кроме производства компьютеров, кстати, тут производят iMac'и для стран Европы, Африки, а также Среднего Востока. Тут появился еще отдел логистики, операционный отдел, отдел Apple Care, а также множество маленьких команд, которые занимаются разными проектами. Но Apple не останавливается на этом, и в 2021 году они ищут дополнительный офис Корки на 1000 сотрудников. Немного информации о главном кампусе. У кампуса есть своя автобусная остановка, вы можете добраться сюда на 202 автобусе. Здесь есть свой спортзал с полем для мини-футбола. Также есть несколько субсидированных столовых, где подают блюда, сопоставимые с блюдами в ресторанах. Также здесь есть стоматологический кабинет, есть свои врачи-терапевты. Кроме этого всего, здесь также есть стенды со всеми продуктами Apple, которые можно попробовать своими руками. Тут нужно упомянуть, что не все сотрудники, которые здесь работают, наняты непосредственно компанией Apple. Множество людей тут работают как контрактники через компании-посредники, так называемые вендоры. Почему так? Apple, как и... все. Okay, where can we take pictures? On the other side of the road, can we take pictures? But can we take pictures here on the bus? Not of the building. Not of the building. Not of any of this. Okay, we will leave. Thank you. Sorry. Нас только что попросила охрана здесь не снимать. Извините, мы не сможем больше вам показывать картинки здания, так что будем показывать вам тротуар. Вот этот вот, я думаю. Apple не будет против, если мы здесь поснимаем тротуар. Apple, как и любая компания, пытается сократить свои финансовые риски, которые возникают у них при работе. Нанимая людей через компании-посредники, Apple может в нужное время быстро для себя увеличить штат сотрудников, либо уменьшить его посредством краткосрочных контрактов. При этом не обязывая себя предоставлять работающим на них людям постоянную работу, либо выплаты в случае сокращения. Это также помогает компании Apple защищать себя юридически. В случае каких-либо проблем с сотрудником, удар на себя берет компания-посредник, а не Apple. Возвращаясь к кампусу, хочу сказать, что контрактники не имеют доступ к спортзалу, медицинским услугам и другим плюшкам в виде акций, страховки, скидок и так далее. У всех сотрудников Apple на пропусках есть логотип в виде яблока. У контрактников он серого цвета, а у работников Apple он цветной. Синий, оранжевый, розовый и так далее. Кстати, я планирую записать отдельное видео о том, как получить работу в Apple, либо на постоянной основе, либо как контрактником. Чтобы не пропустить это видео, обязательно подпишись на мой канал. Вот тут внизу, где-то. Мне всегда было интересно, почему Apple выбрала именно Ирландию для своей штаб-квартиры, а не Великобританию или Германию, например. Я изучил эту тему и сейчас вкратце расскажу вам то, что я нашел. Первая и основная причина – это налоговая сделка, которую правительство Ирландии предоставило компании Apple в 1991, а также в 2007 году. За 30 лет Apple сэкономила почти 13 миллиардов евро при помощи этой сделки. Кстати, Европейская комиссия пыталась признать эту сделку как незаконную помощь со стороны ирландского правительства и хотела вынудить Apple заплатить 13 миллиардов, но Apple пошла в суд, выиграла дело, доказав законность сделки. Остальные причины менее значимые, но тоже имеют вес. Это и развитая инфраструктура Ирландии, и наличие квалифицированной рабочей силы, а также близость к европейскому рынку труда. В принципе, это все, что я хотел сегодня рассказать вам про компанию Apple в Ирландии. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет больше интересных видео. Пока!